Всем привет! Меня зовут Скрэчи, мы продолжаем играть в Майнкрафт, и сегодня со мной челлендж! Всем привет, ребята! И это новый выпуск симбиотов, погнали! В общем, ребят, сегодня мы с мистер Челленджем решили проверить, а какой все-таки костюм Халка самый крутой. Дело в том, что мы установили еще один мод на супергероев, который просто бомбический. И там можно сделать настоящего Халка, который будет настолько крут, что просто капец. И знаешь, что еще, мистер Челлендж? Что такое? Я нашел инструкцию для создания костюма Халка. Я увидел, что здесь есть только шлем и только нагрудник. И знаешь, что это значит? Это его старый костюм? Нет, это значит, что там будет Халк Рагнарёк, его костюм для, короче, вот этих битв, так сказать. В общем-то, ребят, для того, чтобы нам сделать нового Супер Халка, нам придется попотеть. Кто помнит, у нас уже было несколько костюмов Халка, точнее, его инъекций, которые находятся у меня в чемоданчике. И Халком как раз-таки становился Мистер Челлендж. Вот, а ну-ка, Мистер Челлендж, давай-ка бабахни все эти инъекции. Так, какая из них вот эта смешная была, я вот не помню. Которая у тебя в руках, по-моему, или нет? Вот она. Да. Но этот Халк по-любому занимает первое место. Ладно, шучу, не занимает. Так, и есть еще один Халк, который выглядит гораздо круче. Но сегодня ты станешь Халком, который еще круче. Так, мистер Челлендж, слушай, смотри. Для того, чтобы нам сделать Халка, нам нужен блок урана. А именно 4 штуки. И нужна такая разноцветная, зелено-желтая ураниумная руда, так сказать. Ну, у меня одна штука есть. Этого, я думаю, хватит или не хватит? А ну-ка, у нее есть ЕМЦ? Стоп, если в блоке есть, то по логике есть. А ну, скидывай. Это та или нет? Да, это та, которая нужна. Мистер Челлендж, где ты ее взял? Да я в шахте нашел ее. Ну я понял. Ну хорошо. Короче, ребят, этот костюм Халка вас по-настоящему удивит. Потому что он настолько крут, что даже другие все Халки позавидуют из других вселенных, там все дела. Короче, создаем для начала 4 блока урана. И нам нужно сделать нанокомпактер. В принципе, крафтится он просто. Нужен редстоуновый фонарь, поршень, короче, всякая фигня, которая делается реально просто. Берем, значит, 4 светокаменных пыли и крафтим фонарь. Затем крафтим поршень, ну и наконец-таки мы можем скрафтить нанокомпактер. И мне безумно интересно, а будет ли он питаться от этого генератора, да, прикинь? Да, питается довольно-таки быстро, на самом деле, у него всего 5000 вместительности. Да, 5000, но этого, знаешь, хватит. Теперь нам нужны самые обычные бутыльки для того, чтобы сделать специальную жидкость, которую мы потом запустим в камеру, и в этой камере эта жидкость превратится в газ и сделает из тебя Супер Халка, понимаешь? Чего, блин? Да-да, именно так. Короче, стоп, нам нужно стекло. Ты можешь это... песок или стекло? Мне нужен песок или стекло. Так, мистер Челлендж, принеси, пожалуйста, это, песок. Так, у меня есть стекло. А, у тебя стекло есть? А ну-ка, скидывай. Да, у меня 3 штуки было. Супер, так, засовываем, значит, стол трансмутации. Берем, значит, отсюда стеклышко. Оно нам нужно для того, чтобы сделать бутыльки. И нам потребуется всего 4 бутылька. Значит, что мы делаем? В нанокомпактере в этом вставляем эти 4 бутылька. Вот таким вот образом и кладем уран. А что у меня блоков урана не хватило? Почему только 3? Нужно 4, между прочим. Так, ну все, пусть эта фигня варится, крафтится. И смотри, знаешь, сейчас остается самое сложное. Во-первых, нам нужен один камень. Именно камень. И он в сундуке лежит. Да, да, там я в столе трансмутации уже взял, в принципе, не проблема. Теперь нам нужно сделать специальные металлик шеллы. Это специальные металлические блоки, из которых мы сделаем газовую камеру. Затем нам немножечко нужно усилить стеклышко вот таким вот образом и также размножить его в столе трансмутации. Далее за вот этой штуки мы создаем супер-пупер дверь. Так, затем скрафтим фьюжн кор. Слава богу, все ресурсы для всего у нас есть. Так, слушай, а ты можешь сделать редстоуновый повторитель, пожалуйста? Повторитель? Надо вспомнить, как он делает. Сейчас, секунду. Да вспоминай, я пока сделаю кнопку. Короче, надо ж мистеру Челленджу чем-то заниматься. Вот, редстоун возьми, булыжник, там дос. Короче, все вот это тебе понадобится для того, чтобы скрафтить повторитель. О, супер, скидывай. Пипец, круто, теперь мы создаем контроль панель. И далее, знаешь, что нам нужно сделать? Сделать газовую камеру. И главное, построить ее правильно. Ты знаешь, как она будет круто выглядеть? Смотри, ставим, значит, вот сюда фьюжн кор. Далее, нам понадобятся металлические вот эти вот штуки. Мы, значит, делаем бац-бац-бац. Ага, не так. Нам нужно вот этот блок сломать. Сюда мы поставим контроль панель. Далее, мы создаем вот такую вот тему. Ставим сюда стеклышки. И сверху закрываем все это вот этими вот металлическими
металлическими пластинами. И получается вот такая вот конструкция, в которую мы еще должны вставить дверь, которая и будет все это делать. И все, ребят, смотрите. Здесь не пишет никакую ошибку, значит конструкция правильная. Если мы что-то сломаем, тоже все правильно. Ну, короче, все правильно. Ну, лучше ты блок поставь обратно. Да, лучше блок поставить обратно, конечно. Смотри, теперь нам понадобятся вот эти вот штучки. Я их уж забрал. И самый обычный генератор, блин. А знаешь, в чем главный косяк? Я генератор в стол трансмутации не засовывал, а тут много FE энергии. Ладно, я пожертвую 100 тысячами FE энергии только для того, чтобы запитать вон ту конструкцию и сделать Халком. Так, да, все правильно. Нам нужно теперь поставить фурнейс генератор вот сюда, засунуть сюда уголечек для того, чтобы начал запитываться вот этот блок. Далее, мы вставляем вот сюда вот эту вот радиацию и нужно ждать, ага, фьюжн машина из not completed. Что-то мы сделали не так. А я правильно понимаю, что вот эта кнопка релиз должна загореться, правильно? Ну, по логике, да, в принципе, ты прав. И смотри. Мне пишет, что там просто не хватает энергии, то есть да, надо просто подождать. Теперь мне тоже пишет, а раньше писал, что конструкция неправильная. Ну ладно, давай ждем, пока наполнится эта штука полностью. И смотри, сейчас перед нами предстоит выбор. Или ты станешь Халком, или я стану Халком. О, все, можно делать. Я могу стать Халком и потом тебе отдать костюм. Ты дашь мне возможность попробовать испытать это на себе? Конечно. А, давай. Заходи ко мне, ё-моё, сейчас сделаем все, заходи, заходи. Кто кому повезет тут? О, ты облучился радиацией? Нет. Не облучился радиацией, да? Я стал Халком, ё-моё. Ой! Ты меня взорвал. Как я тебя не мог взорвать? Ты меня взорвал. Не верю. Да, давай тебе тоже такой же костюм сделаем, ё-моё. Таких костюмов, ребят, должно быть в любом случае много. В нанокомпактере есть еще энергия. Нам потребуются блоки урана, а также немножечко вот этих пилюль. Берем, значит, вот так вот. Затем берем вот так вот. Ну, слушай, ты видел, как я выглядел безумно круто? Сейчас посмотрим еще раз. Если я нажму вот так вот, я стану Халком. Но знаешь, в чем главная проблема? Я пока что не знаю своих способностей. Я знаю, что я Халк. У меня плюс 80 брони. Даже если ты станешь супер карнажем, и, кстати, мы с тобой сегодня сразимся, ты не сможешь меня, скорее всего, пробить. Но мы это проверим сегодня. И для того, чтобы посмотреть все способности, нам нужно два железных блока. Также блок редстоуна и самый-самый-самый обычный верстак. Для того, чтобы сделать специальную тайп машин. Или как-то так она называет. Очень странное название, ребят. Но, в принципе, какая разница? Мы делаем вот эту вот Typical Machine Unit, которую поставим куда-нибудь вот сюда. И теперь, здесь, если мы нажмем на Халка, мы можем посмотреть, что на... А ну-ка иди сюда. Иди-ка сюда. Смотри, я становлюсь Халком. И знаешь, что я могу сделать? Я могу прыгнуть. Я прыгаю невысоко, ты заметил? Ну, да. А если я прыгну вот так вот, то я прыгаю гораздо выше. А если я зажму прыжок, то посмотри просто на какую высоту я прыгнул. Все, я начинаю лететь обратно. И это просто капец! Блин, круто. Ой, что это случилось? Я тебя раздавил, что ли? Ну, получается, раздавил. И рукой самое... Нифига я тебя откинул. Блин, слушай, по-любому нужно будет сегодня схватку делать. Но для начала вот эту вот фигню доварим. Короче, давай подождем, пока она доварится. Короче, ребят, пришлось скрафтить еще один генератор. Дело в том, что это... Крафтится он просто, а таскать туда-сюда энергию как-то не хочется. Офигеть, я сильный, ё-моё. Прости, мистер Челлендж. Хватит обивать меня. Пока вот это все переваривается, переделывается, я предлагаю сделать костюм Халка Рагнарёка. А, здесь всего... 6 железных пластин на весь костюм нужно. Капец. Можешь вколоть в себя, пожалуйста, инъекцию Халка? Вколол. А, вколол. Так, держи вот и вот. Тебе нужно это надеть, и ты станешь Халк Рагнарёк. Во. А ну-ка нажми. Вообще красавец. Посмотрите, ребят. Ну, это бан, я считаю. Вот это бан, я считаю. Мне кажется, вот этот костюм Халка, который сейчас на мне, он гипер круче, чем вот твой костюм Халка, потому что я, по-моему, тебя убил с одного удара. Дэмэдж плюс 40, чтоб ты понимал. А это не хухры-мухры, между прочим. Так, все, в принципе, все доварилось. Иди в газовую камеру. Я тебя сейчас загазирую здесь. Газировку сделаем. Мне это надо выкалывать инъекцию? Выкалывать? Конечно, надо. Выкалывай. И костюм весь снимай. Так, теперь заходите. Кто на меня посмел руку поднять? Скелет, давай, до свидания. Так, ну что, мистер Челлендж, я безумный ученый. И я для начала отсоединяю генератор, чтоб я мог все тыкать. И мы делаем... только ты можешь кнопку нажать. Я понял. Ты нажал? Да, я сделался Халком. А, ну все, выходи. Чудо, это было быстро. Нажимай теперь на кнопочку X. О, вот это я понимаю, мужик. Вот я сейчас тоже таким стану. Оба. А ну-ка, давайте пощечину дам. Ай, нифига себе. Нормальную ты мне пощечину дал. Аж откинул на 500 000 блоков, блин. Слушай, но я все-таки предлагаю сделать самое важное в этой серии. Я снимаю эту броню Халка. Нам все-таки нужно посмотреть, на что он способен. И сравнить его с другими Халками. Давай для начала сделаем сравнение. А ну, вкали в себя первую сыворотку Халка. Так, ну в принципе, и стань большим, там все дела, кем ты там умеешь-то... Нет, не
не таким Халком. А каким? Самым обычным. Ты сними броню-то, главное. Так, все, уменьшился немного, мистер Челлендж. Становись Халком и по щам. С первого удара, ё-моё. Теперь другой костюм Халка давай. Мы же его проверяли, я же умирал с одного удара. Да я просто хочу еще раз проверить. Так, и по щам. Готово, супер. Я прямо сейчас снимаю эту броню. Сейчас, походу, мистер Челлендж будет меня карать. Я беру, значит, сыворотку симбиота. Я же все-таки симбиот. И надеваю костюм Карнаж для того, чтобы стать гиперкрутым. И, по-моему, моя сыворотка... А, нет, давай не сыворотку симбиота, а сыворотку паука. Все-таки Карнаж больше приближен к ним. Капец ты здоровый, ё-моё. Я, значит, беру, надеваю костюм Карнажа. А ну-ка, выходите, мистер Челлендж. Паучье чутье сработало, господи. Так, выходим, выходим. В двери уже не помещается мистер Челлендж. Так, надо поспать. Нормально тебе, да? Нормально. Ну-ка, секунду. Так, иди сюда. Я хочу скипнуть ночь. Где-то здесь питомец, кроватка мой лежал, вот он. Для того, чтобы наступил день. И мы с тобой наконец-таки смогли сразиться. Ты давай, перед боем не проверяй ничего. Мы проверим все во время боя. И кто все-таки сильнее, мега-имбовый Карнаж или мега-имбовый Халк? Ты готов? Я готов. Раз, два, три, поехали. Юху! Куда ты полетел? Куда ты полетел? Летит, летит, летит. Ладно, он не летит, он просто прыгнул очень высоко. И как-то это очень странно выглядит. Ай, нифига себе ты снял меня. Ай-яй-яй-яй-яй. Никто еще Карнажа настолько сильно не бил. Никто, я тебе скажу, вообще никто. Офигеть. Ты, кстати, Эндермена тоже с одного удара убиваешь, если что. Так, мы фиксим с этим Эндерменом. Капец, ты мне из трех строчек ХП оставил в один момент около половины строчки. Офигеть. А у тебя полное ХП? Нет, меня иссушение долбит. У меня одна строчка. Иссушение? Ай, капец. Тогда я этого Эндермешу загашу. Ладно, не будем его загасивать. Офигеть. Чё, куда ты меня выкинул? Офигеть. Это чё было, мистер Челлендж? Чё за удар, блин? Жесткий был. Ты, я так понял, подпрыгнул в один момент, и я тебя ударил. Возможно, возможно. Так, но я все-таки планирую тебя убить. Хотя у тебя... Да господи! Капец, это аттракцион «Отправь Карнажа Скрэйча в космос». Я понял. Так, а сколько у тебя ХП вообще? Фул. У тебя фул? Ну да. А у меня... Ребят, вы понимаете? Только что вот этот вот Халк убил самого жесткого Карнажа, которого никто, абсолютно никто пробить даже не мог. И это просто жесть. Я даже не знаю, что с этим сделать. Я смотрю, может, у меня сыворотка. Я придумал. У меня есть второй план Б, так сказать. Я выкалываю паука, вкалываю вот эту инъекцию. Ты видишь меня, да? Я делаю вот так вот. И у меня теперь становится 4 строчки ХП. И еще я могу увеличиться в размерах. Но я этого делать не буду. Давай, становись Халком, что ты обычный этот. Что это было? Поехали, юху! Понимаю, да. Понимаю. Ты мне почти всю броню Карнаж даже сломал. Но мне кажется, это чересчур жестко. И знаешь, что я хочу? Я хочу все-таки проверить, какой Халк из нас двоих самый достойный. Как ты думаешь? Конечно же я. Конечно же ты. Ты уверен? Ты готов? Готов. Поехали! Только ты обычный у меня почему-то. Мистер Челлендж, стань Халком. Подожди. Стань Халком еще раз. Невидимый какой-то, непонятный. Так, ну чё, у тебя фул ХП? Секунду, да. Все, поехали. Юху! Па-бам! Нифига себе! Вот это взрыв! Стой. Что случилось? Случайно стал обычным. Дядя, ага, ты уже проиграл почти. Поэтому такой, оп, я почти стал обычным. Пам-пам-пам. О! Я научился рывок вперед делать. А ты тоже, я вижу. Ну как тебе, приятно, да? Делаем, значит, вот так. Куда попрыгал? Блин, слушай, этот костюм Халка нереально имбовый. И нереально бомбовый. Ты зачем меня в воду скинул? Ты зачем это сделал, мистер Челлендж? Не, да куда ты меня? Ребята, вы это видели, но это вообще, по-моему, перебор уже, мистер Челлендж, ё-моё. Я понял. Так, мне нужно как-нибудь... А если я уйду на дно и с дна прыгну? О, получилось. Эй! А чё такое? Теперь ты будешь под водой купаться у нас. Куда бежишь? Не-не-не-не. Не буду. Будешь. Опа, на дно пошел. И... Выпрыгнул, значит, супер прыжком своим. Я понял, так, ну ладно, мистер Челлендж, пора с тобой заканчивать. В принципе, я тебя победю в любом случае, потому что я самый сильный Халк на этой планете. А где ты я? Где я? Ава! Да, ё-моё, обмануть не получилось. Да? Это просто жесть какая-то. Так, все, мистер Челлендж, по-моему, тебя пора в космос тоже отправлять, тебе не кажется? Да не хочу. Не понял, на! И па-бам! А где мистер Челлендж? А нет, мистер Челлендж. А ты где реально? А, вот он выполз, нифига себе, блин.
Я тебя в космос? Вот некоторые ребят под прошлым роликом про железного человека писали, что Scratch новый мод как-то не очень, но блин, этот мод просто жесткий на самом деле. И да, ребят, многие из вас думают, что я не читаю комментарии, а я, между прочим, читаю все комментарии, так что не надо тут. Так, ну чё, холчонок летит-летит и получай. Я, по-моему, мы никогда друг друга не победим. Тебе так не кажется, что эта битва победим? Мне кажется, лучше без взрывов, чисто рукопашка, давай. Сколько у тебя хп осталось, слабак? Строчка, ща у тебя... Договорились же, вроде без взрывов. Ну все, ладно, давай. Смотри, что я могу еще в полете корректировать свой полет. А, это облако с питомцем. Я думаю, что это там такое? Смотри, как я летать умею. Офигеть, да? Капец, я прыгаю и просто манчу в воздухе. Так, ладно, спускайся, мистер Челлендж. А, стоп, мы без взрывов. Ты сам сказал без взрывов. Ладно, все, давай. Рукопашный бой. Я победю настоящего Халка. Да по тебе еще фиг попадешь. По-моему, только в грудь надо бить. Ну, ладно, сейчас проверим обувь. Так, давай, прыгай на меня и получай! Это без взрыва было, это чисто на кулаке было. Сколько тебе хп? Фул. Да, мне кажется, мы слишком быстро хилимся, и нам далеко друг от друга отлетать нежелательно. Опа! Получай. Не понял. Так, мистер Челлендж, ну ты что-то быканул. Слушай! А мне в голову пришла гениальная идея. Ну давай, кто-то кого-то уже сейчас победит. Все, ты меня победил. Я прямо сейчас попробую вколоть в себя сыворотку паучьего чутья. А хотя нет, лучше симбиота. Хотя нет, паучье чутье помощнее будет. Я вколю в себя эту сыворотку и посмотрим, что со мной случится. Я получаю новые сердечки. Теперь я гораздо быстрее бегаю. Что такое? Да ты сейчас офигеешь. А ну-ка. Оп. И... Нифига себе, а что ты такой сильный? Я Халка вколол. А, ты еще Халка вколол? Так, я понял. А я паучье чутье вколол, и теперь я тоже сильнее есть. Больно? Нифига себе. Ну, так себе. Нет. Короче, ребят, вывод следующий. Самый крутой Халк — это тот, которого мы сделали сегодня из мода Typical Heroes. Очень крутой мод. Знаешь, сколько у меня сердечек? 5 строчек. 5 строчек? Больной, что ли? Чё ты такой здоровый стал? Мы одинаковые, ты чё? А ты можешь увеличиваться при помощи сыворотки? Ой, господи, ребята, нифига, ты размером с дом. Чем больше шкаф, тем сильнее падает. Давай, подожди, стой. Всё, давай. А что ты сделал? Ну, короче, понятно, ты победил. В общем-то, ребят, самый крутой Халк, я уже сказал, какой он, даже победил непобедимого Карнажа. И это было на самом деле очень круто и очень весело. Если вам понравился данный выпуск, то обязательно влепите лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну а с вами были Челлендж и Скрэч. Всем удачи и всем пока!